лесочек. Пойдем туда, в лесочек. Пойдем в лесочек. Кто здесь? Пошли в лесочек, говорю. Кто здесь? Что, застал, что ли? Я не застал. Ну так пошли ты в лесочек. Объясни, в чем я не прав. В том, что ты какого залез в дырку, которую я присмотрел. Ты присмотрел? Да, я присмотрел. Ты видел, там выезжал Audi. Человек мне уступал дорогу, он выезжал до этого. Я стоял, ждал заехать. Никакой аудюхи там не было. Никакой аудюхи там не было. Я съехал по прямой. Вот этот весь дом я проехал по прямой. Никто никуда не выезжал. Никто. Понятно? У меня в машине регистратор стоит. Можно еще раз вдобавок посмотреть, как все было дело. Ты меня поехал справа? Правильно? Ну, я тебя обязан пропустить. Ну. Я тебя пропускал. Стоял прямо против. А дальше съезда, что правильно? Было? А дальше что ты было? Ты проехал, я заехал. Я не проехал. Я встал так, чтобы начать парковаться задом. Раз, сразу залез. Как это называется? Как нормально, это называется? Нормально. Заехал, нормально? Все. Это называется полный. Пошли в лесочек, говорю. Валерий, пошли в лесочек. Зачем мне твой лесочек? Что ты сышь? Пусть, пожалуйста. Объясни, Валерий, я лесочек? Очень прошу. Валер. Выруби, пожалуйста. Валер. Вот это называется я сейчас, понимаешь? Вот там в лесочке я его вырублю. Валер. Понятно? Что? Что случилось? Нет уважения на дороге. Ну понятно. Уважение есть. Ты помеха справа была, тебя пропускал. А дальше что было? А дальше въезд что было? Въезд был уже, ты понимаешь? Я стоял, ждал его, это въезд. Дальше что было? Ничего, ты проехал. Я проехал, мне нужно было задом сзади. Он туда влез. А мы вас пропускали, чтобы вы чтобы проехали прямо. Вы стояли пропускал. Прямо, мы стояли ты не прав, на парковке. Вы тут зачем сюда лезете, девушка? Да потому что да она видела эту ситуацию. И она моя жена. Потому что вы пытаетесь смотрите себя в Ютубе в итоге. Правду. Хорошо, понятно? Отлично. Очень хорошо. Вот. Очень будут хорошо. Комментарии, посмотрим, отлично. Кто отлично. Прав, кто виноват. Хорошо. Ты где живешь, чтобы я тебя нашел, если что? Давай, подъезжай Медведку. Без проблем. Студенный проезд. Понял? Да, а понял. А вам паспортные данные да. Не надо рассказать? Нет? Не лезьте, пожалуйста, на свое дело. Я вас очень это прошу. Мое дело. Почему это не серьезно? Мое дело? Мы стоим, пропускаем вас. Вы там же встали. А дальше что было? Дальше вы не пропускали. Дальше правильно, вы влезли. Мы заехали на это место, куда мы хотели. Правильно, мы влезли вот именно, куда мы хотели. Потому что мы ждали правильно. Это место. Оно было, освободили перед нами. Мы машину пропустили, которая да выехала. Да BMW выезжали. Там не было никакой машины. Ну вот, видимо, вы там Audi стоял. Не BMW, Audi стоял. Когда машина выехала, мы стояли, ждали как раз, чтобы так же. Чтобы да не надо мне. Не было машины, потому не что было ты... никакой машины. Так почему вам не надо объяснять? Вы нам объясняете, мы вам объясняем. Потому что я все видел. Зачем мне объяснять? Если я ехал весь дом, смотрел, где вы припарковаться. Вы весь дом ехали, а мы вот видели, машину выпускали. Вы весь дом ехали, как вы могли видеть, стояла там машина или нет? А мы стояли, ждали, когда машина выйдет. Мы пропустили машину и стояли, ждали, когда... А потом вы подъехали. Никто вы там... Вы пи***ня, да, называется? Да, это не пи***ня. Я с вами еще буду драться, как будто вот мне это да, надо. Ну, пойдем посмотришь по своим этому. Пойдем посмотрим. Сейчас только что, блядь.
потому что я работаю.